Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами устройство Redmi Note 11. Сейчас я покажу вам, как на этом устройстве включить показ процента батареи, либо же изменить его вид. Для этого мы открываем приложение настройки и поднимаемся вверх, насколько это возможно, и ищем здесь пункт уведомления и центр управления. После чего спускаемся вниз, выбираем строка состояния, и видим здесь индикатор батареи, и выбираем, как он будет выглядеть. То есть просто индикатор, индикатор с процентом внутри и индикатор с процентом снаружи. Вот таким вот образом, чтобы все четко и выразительно было видно. Что ж, на этом, пожалуй, все. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания. Я уверен, что мы с вами еще не раз на просторах интернета пересечемся. До свидания.